Друзья, смотрите, заехал в какое-то место, это чуть ниже этой, как ее, кирпичи, вон муравьи, тут разбитый дом, чуть ниже лыжной трассы, гребешок. Тут дома разрушены на острове Русском. Вон вид на Гершельд. Тоже красивый. Мотоцикл стоит. Сейчас пойду вот к тому домику прогуляюсь. Тут видите, разрушки стоят. Вот, я был на фундаменте, смотрите, какой интересный фундамент. Из камня выложенный. Сейчас гулять хорошо. Смотрите, крапива свежая, можно крапивник сварить. Гулять хорошо, травы немного высокой. Буквально через месяц все зарастет выше головы. И тут уже не пройдешь. Ну, прикольный, кстати, домик. Еще стекла есть. Надо сюда... О, асфальт, смотрите. Надо сюда с этим зайти. С металла. Блин, что у меня с головы все вылетает. С металлоискателем. Слова что-то головы вылетают. Наверное, перетомился на мотоцикле ехать. Это, конечно, такое удовольствие. Еще то требует концентрации, единомоментной, достаточно продолжительное время, и мозг тупится, тем более по лесу. Так, как бы не нырнуть туда и на это стекло не напороться. Ну вот заброшка, видно, что кто-то пытался обустраивать, кто-то может даже тут жил, проживал какое-то время. Но сейчас уже, я так понимаю, никто не живет. И уже давно. Печечка даже есть. А там ключ, вода течет. Ключевая. Можно приезжать набирать. И еще одну ключевую, место ключевой водой нашел. Тоже на острове Русском. Красиво, да? Интересно. Смотрите, выросла береза прямо в здании. Ну и вот тоже деревья прямо в здании вырастали. Интересно, сколько лет этой постройке. Смотрю, тут уже с металлоискателем кто-то полазил до меня. А вот как этот дом выглядит с другой стороны. Вот сейчас закат. Тут, походу, огород был. Картошку кто-то сажал, наверное. Птички поют. Ну, надо уже закругляться. Давайте зайдем прямо в дом. Ой, очень уж интересная заброшка. Так, ну вот я в доме. Какой-то журнал, смотри. Дневник. Кто-то что-то писал. БРП. Требования БРП, когда студент что ли жил. Параметрические антенны и гидростанции. О! Смотрите, ёкарный бабай, как все старо. Утилиты системы РМС. Ничего себе. Прям какие-то доисторические книжули. Какой год? Да, 990-й, доисторический. Да, совсем доисторический. Математика какая-то. Вон там еще книжули. Давайте зайдем во вторую комнату.
Надеюсь, мы тут не увидим расчлененок. Печка, разбитая крыша, еле живая. Мне больше всего здесь умиляет асфальт, откуда он тут взялся. Вот куски асфальта. Кирпичи. Кучей наложенные. Ну, в общем, вот такая вот заброшка интересная. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Тут уже вон побывали эти чернокопатели. Повыкапывали все ништяки. Нитки надо кому? Если что, здесь лежат. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Блог Владивосток. Интересные места города Владивостока, Приморского края. Вы можете увидеть у меня на канале. Спасибо вам за внимание. Благодарю за просмотр. Закат во Владивостоке.